Можно сказать, что деревянные доски постепенно уходят в прошлое. На их место приходят все новые и новые, и уже не только пластиковые и стеклянные, но и силиконовые разделочные доски. Некоторые из нас, однако, по-прежнему с удовольствием используют старые и надежные деревянные доски. Такая доска поглощает запахи гораздо лучше, чем, например, пластиковая. Поэтому мы должны особым образом заботиться о ее чистоте, в частности, приготовке сырого мяса и рыбы. Для чистки деревянной доски иногда достаточно обычной губки, немного горячей воды и обыкновенной жидкости или мыла для мытья посуды. Мы рекомендуем воспользоваться мылом для кухни, устраняющим запахи с цветочным ароматом серии «Дом Фаберлик», предназначенным для мытья рук, а также может быть использовано для очищения таких кухонных принадлежностей, как разделочные доски и скалки. Эффективно против жира, полностью устраняет запахи, остающиеся после приготовления пищи. Создана на основе запатентованной технологии нейтрализации запахов Живаудан, компоненты которой не маскируют, а разрушают запахи изнутри. Благодаря запатентованной технологии полностью и моментально устраняет неприятные резкие запахи от рыбы, чеснока, лука, сырого мяса, специй и других резко пахнущих продуктов, а также табачного дыма. И, конечно же, оно очень экономично. Одного флакона хватит почти на 250 применений. Однако, если на доске мы готовим сырое мясо или рыбу, стоит тщательнее заботиться о ее дезинфекции. Вместо губки для мытья посуды мы можем использовать половинки лимона. Лимон отлично очищает доску и убивает неприятные запахи. После этого нужно дополнительно промыть доску в посудомоечной машине. Для этих целей мы используем концентрированный гель для мытья посуды в посудомоечных машинах серии «Дом Фаберлик». Рекомендован для мытья столовой посуды, приборов, стекла, кастрюль и сковород из нержавеющей стали, эмалированной и пластиковой посуды при любых температурных режимах мойки. Имеет легкий аромат, моментально растворяется и начинает работать сразу же, что особенно важно для режима экспресс-мойки. Вы сами можете выбирать наиболее оптимальную дозировку в зависимости от объема посуды, степени загрязнения и жидкости воды, используя средства наиболее выгодно и экономично. Независимо от типа доски, мы всегда должны помнить о соответствующей дезинфекции, чтобы избежать проблем с желудком и возможного отравления. После приготовления любых блюд очень важно тщательно мыть и обрабатывать доску для избежания отравления. Аккуратно выполняя наши рекомендации, ваша кухня станет не только чистым, но и абсолютно безопасным местом. Наслаждайтесь уютом милого дома вместе с нами!